Итак, друзья, я даже не знаю, что мне делать, честно говоря. Вот такой вот заказ был, нелепый, по $1.50, грубо говоря, за штучку, два заказика. Заказан был еще аж в январе, сейчас у нас март. Далее была интересная история, продавец написал, что он отправил посылку двумя посылками. Прикольно, да? То есть 1.44, и это в двух посылках ушло. И вот я получаю одну из этих посылок. Сейчас я хочу ее растерзать на видео, что мало ли потом продавцу предъявить. Но в то же время вопрос. Мне интересно, если прошло 3 месяца, вторую часть посылки, если я не дождусь, ничего. Говорит, что он не прислал. Говорит, что он прислал, но не все. Что мне вообще говорить? Вот, да, пришел один комплект винтов. В принципе, как он и писал. Или это винты, это тоже отдельный вопрос, но это ладно. Похоже визуально, и черт с ним. Это я выпендриваться не буду. За 100 рублей... У нас каждый такой винтик, наверное, рублей по 70-80 будет. Тут 4 штуки за 100, черт с ним, сойдет. Ну что мне вот с этим делать все-таки? Вот как можно отправлять такие дешевые заказы еще и двумя отдельными треками? Блин. Ну я не знаю, буду ему писать, что, блин, получил один заказ из двух. И что мне с этим делать? Ну, короче, дописал я ему вопросик. Что делать, если один из двух заказов пришел? Сейчас ему надо еще трек, наверное, дописать. Что-то я не подумал сразу. Посмотрим, что ответит. Потому что, ну, я не знаю, это что-то... Чем дальше в лес, тем толще партизана. Какая-то фигня каждый раз открывается. Вот такого у меня еще не было, чтобы получил часть посылки, причем спустя 3 месяца. Обычно через 3 месяца я уже заказы отменял, возвращал деньги. А тут, блин, пришло. Я уж и не знаю, что делать. Короче, получается, какой-то дешевый сериал намечается. 3 месяца прошло, получил пол посылки. Задал вопрос продавцу, теперь буду ждать ответа. Я не знаю, что мне с этим делать, потому что стоимость заказа копеечная. Нужен ли мне второй комплект, тоже не уверен. Можно ли вернуть деньги, ну, не знаю, совести не хватает. Но 3 месяца – это слишком долго. Ладно, поживем, посмотрим. Если интересно, ну, следите. Ну и под финал решил посмотреть, вообще подойдут ли они. Потому что тоже интересный вопрос. Может, они еще и не катят. Давайте попробую синенький. И... Ну, в общем, подходит. Проблем не возникло. За исключением того, что я не знаю, это был левый или правый, поэтому возвращаю, какой был. Ладно, значит, хотя бы подходит. Так что буду думать и ждать ответа продавца. Желаю вам поменьше вот таких геморроев и удачи с работой с AliExpress. На самом деле, ценники дешевые, но геморроя много. Стоит ли с этим заморачиваться, каждый для себя решает сам.